Добрый день, уважаемые наши женщины. Я вас всех поздравляю с наступающим днем 8 марта. Желаю всем здоровья, счастья в этой жизни. Женщины – это наше все сегодня. Женщины – это и боевые подруги, и домашние ведьмы, от слова «ведать». И просто друзья, и люди, которые поддерживают нас, мужчин, по жизни. И те самые люди, которые рожают наше следующее поколение, заботьтесь о семейном счастье. Пришло, однако, время, и распустилась роза молодая в огромном, сколько хватит глаз саду, среди цветов безмолвных, красотой и редкостью блистая, очарование, воплощенное в мечту. В прекрасном окружении подруг одна, не выберешь другую, как результат случайности, и все же дело человеческих здесь рук. Тепло и ласку не всегда найдешь такую. Еще раз с праздником вас, 8 марта. Удачи вам в жизни, огромного здоровья и понимания в вашей семье. Всего доброго, спасибо.